Врач-нейрохирург Красноярской больницы открыл страшную тайну во время интервью на местном телеканале. Игорь Гренев рассказал, что в Красноярской больнице скорой медицинской помощи нет денег на специальное оборудование для трепанации черепа, поэтому медикам для операций приходится использовать хозяйственные дрили. Мы для того, чтобы оперировать, трепанировать череп, мы покупаем дрель в хозяйственном магазине. То есть есть специальный пневмотрепан, который больница почему-то не считает нужным купить. И у нее нет денег на это. То есть министра Нимика это не волнует совершенно. Понимаете, в чем дело? То есть то, что мы оперируем хозяйственной дрелью, это вообще куда годится-то? Это никуда не годится. То есть пневмотрепан. Уже несколько лет просим администрацию больницы купить пневмотрепан, который можно нормально пилить во время операции. Нет денег. Нет денег. Подписывайтесь на наш канал, чтобы всегда быть в курсе событий.